Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня состоится наша экскурсия, а также путеводитель однодневного путешествия по городу Твери из Москвы. Мы расскажем вам, какие знаковые места можно посетить в городе Твери за один день, а также что еще увидеть на пути к этому замечательному городу. Итак, чтобы отправиться в наше однодневное путешествие, стоит встать пораньше. Вам предстоит добраться до села Балагое. Каждую субботу из этого места отправляется ретро-поезд в город Осташков. Это настоящий паровоз с ретро-вагонами, который воссоздает атмосферу старинного путешествия дореволюционного, в которое вы можете окунуться практически по цене билета на обыкновенный поезд. Итак, в 6:50 утра каждую субботу от Ленинградского вокзала отходит Сапсан, который идет до села Балагое. После этого от села самого отправляется поезд в 9:30 утра до города Осташков. Это именно тот ретро-поезд, на который вы можете сесть, купив заранее билеты. Далее, пройдя двухчасовую экскурсию по городу Осташков, вы возвращаетесь на вокзал, садитесь на тот же самый ретро-поезд и в обратном направлении едете в Балагое. Итак, вы уже практически на пути в город Тверь. Сев на ближайший поезд до Твери, вы приезжаете на железнодорожный вокзал, откуда можно отправиться прямо в центр города к набережной. Набережная Степана Разина является своеобразной визитной карточкой Твери. Свою историю она начинает в 18 столетии. Именно тогда вдоль набережной были выстроены жилые дома, стена к стене, точно так же, как и в Санкт-Петербурге. Среди зданий на набережной особо выделяется кинотеатр «Звезда», построенный в стиле постконструктивизм. Лицевая часть здания оформлена шестигранными башнями и вертикальными окнами. Пройдясь по набережной, вы можете посетить городской сад, расположенный прямо недалеко от кинотеатра «Звезда», который был разбит на месте Тверского Кремля. При желании также вы можете посетить расположенный неподалеку Путевой императорский дворец, в котором сейчас находится картинная галерея города. Далее вы можете продолжить свое путешествие, направившись в сторону улицы Трехсвятской. Она начинается от площади Ленина, которая имеет восьмиугольную форму. Прогулявшись по этой улице, насладившись видами, вы можете повернуть к бульвару Радищева, пешеходной улице города. Кстати, не так давно на ней был установлен памятник Михаилу Кругу, который родился в Твери, в то время называвшимся городом Калинин. Кстати, в Твери есть также и музей Михаила Круга, который вы можете посетить. Среди других интересных музеев в Твери вы можете посетить музей Козла. Это, конечно же, уникальный музей, считающийся самым крупным собранием статуэток, вещей и всего прочего, имеющего название «козел» или имеющего отношение к животному. Особого внимания в центральной части города заслуживает ландшафтный парк Тьмака, где вы можете застать прекрасный вид на саму реку Тьмака, посетить местные храмы, а также насладиться теми ландшафтным разнообразием, которое предлагает вам парк. Далее мы советуем вам пройтись от парка Тьмака до собора Белая Троица и поглядеть на старинную застройку жилых домов, расположенных в этом районе. Вдоволь нагулявшись по старинным улочкам, мы советуем вам отправиться к следующей точке нашего маршрута. Это классицистический собор Рождества Христова, построенный по проекту Росси в начале 19 века. С давних времен там располагался монастырь, а также и сейчас вы можете прогуляться по его замечательной территории и увидеть всю красоту тверских храмов. И последним пунктом нашего маршрута станут Морозовские казармы. Сейчас уже это жилые кварталы, которые называются дворы пролетарки. Это удивительный промышленно-архитектурный комплекс, построенный в конце 19-го – начале 20 века.
Сейчас место выглядит немного заброшенным, но тем не менее эти места являются прекрасными декорациями для исторического кино. На этом мы можем закончить наше путешествие, и я желаю всем отправиться в Тверь в однодневную поездку и увидеть все своими глазами. Спасибо за внимание.